Всем привет, с вами Имп, и это передача «Последние новости из Дупла». На локации Шторм появились два новых режима, это режим «Два шамана» и «Битва на выживание». Перейдем на локацию Шторм и посмотрим режим «Два шамана». На локации одновременно два шамана и два дупла, красное и синее. Задача шамана – довести как можно больше белок до своего дупла. В случае гибели шамана переселение не происходит в другую белку, шаман оживает в изначальной позиции. Режим доступен для дракош, но недоступен для зайцев. Теперь переходим в режим «Битва за выживание». Задача шамана – убить всех белок. Задача белок – продержаться до конца раунда. За каждую умершую белку шаман получает награду. Раунд длится 2 минуты. Белки, продержавшиеся на поле весь раунд, получают награду. В случае смерти шамана им становится одна из белок. На карте нет ни ореха, ни дупла. Режим доступен для дракош, но недоступен для зайцев. Если шаман убил за раунд всех белок хотя бы раз, он получает двойной бонус. Белка может воскрешаться. Если на локации не осталось никого, кроме шамана, раунд заканчивается. На этом у меня все новости на сегодня. С вами был Имп. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.